вот, чтобы вы понимали, сейчас мы подойдем поближе, и вы увидите, какие здесь создаются пробки перед обедом и ужином. Третий день в Сочи, а с погодой пока так и не везет. То был дождь, то ветер, а сегодня не просто ветер, а очень сильный ветер, буквально сносит пальмы, стенды, телефон в руках еле держится, но мы все-таки верим в лучшее, что в один из дней фестиваля погода нас все-таки обласкает своим солнцем. Находимся в медиа-центре, основные мероприятия проходят именно здесь. И мы сейчас отправимся на экскурсию и посмотрим, какие здесь можно увидеть выставки. Здесь очень много всего интересного. Шоу роботов, вот такое шоу. Это все на самом деле в технологиях, в современности. Вот, Саш, покажи робота. На самом деле, даже попили кофе от чудо-робота, который нам ароматный приготовил напиток. Планируем вести линию в Приднестровье, линию роботов в Приднестровье. Я хотел, чтобы ты роботу показала. В медиа-центре мы нашли еще одну интересную выставку. Это Почта России. И здесь можно отправить письмо в любую точку мира совершенно бесплатно. Для этого нужно сначала вооружиться телефоном, сделать селфи на фоне стены, выложить его с хэштегом в свою социальную сеть, затем это показать, и тебе выдают конвертик, открытку, и ты отправляешь. Ну что, поехали? Так как есть возможность отправить открытку в любую точку мира, естественно, я отправлю ее домой, тем более, что у моего папы сегодня день рождения. У меня есть возможность отправить ему поздравительную открытку прямо из Сочи, что я с удовольствием и делаю.